О, ребята, вы все здесь? Все в сборе? Это что, мне сон, что ли, снился с соседом? Ну что, я первая. Все за мной! Да хорош уже. Спускайся давай. Ха-ха-ха. Да выпендривалась. Ну, ладно. Теперь я. Я понял. Меня все игнорят. Буду делать, как все. Нифига себе! Она просто взяла и спиной бахнула. Я так точно не смогу, как она. Так не надо, как она. Спустись, как нормальный чувачок. Девчонки что-то развыпендривались. Смотри, штаны не порви. Аккуратно там. Хватай рукой. Во, теперь ногой. Красавчик. Ну чё, как он там? Нормально спустился? Ну чудно. Ты за ним? А я тогда за тобой. Ага, давай, давай. Тебе тоже лайк. Блин, я походу за рыжего пацана играю. За умника. Веревку-то чё забрали? Как же я? Кидалы. А, вы в туннель? Не-не, я там был, там вообще капец. Ну и хорошо, что вы веревку забрали. Я лучше сохранюсь. Итак, значит, я нахожусь в теле рыжего пацана. Это мозг нашей компашки. Тут у нас план. Крутой какой-то план, как у настоящих детективов. Скорее всего, его разработал пацан в очках. Ну или же я. Конечно же, планы я придерживаться не буду, потому что так намного интереснее. Кстати, это моя монетка. Надо ее заныкать к себе в карман. Или это общак? Все деньги на компашку. Интересно, за один золотой дошик сможем купить, нет? Вот, смотри, всего 13 монеток. О, да! Вспомнил свои детсадовские диджейские времена. Зашибись. А монеткой можно поиграть? Не фурычит. Есть идея! Это же... Вот это же тоже деревяшка. Давай! Должно работать. Ну, такое себе. О-о-о, есть идея с монеткой. Я, кажется, копилку нашел, смотри. Вот сюда ее впихнуть. Вложил в синего голубя или ворона. Не знаю, что это такое. Дротики у нас тут есть. А это что? Это часы или компас? А, может, это твистер? Слушай, похоже на твистер. Смотри, смотри, что нашел. Я буду дротики метать в соседа. Проткнем ему рожу. Получай. Сейчас, получше схвачусь. Вот. Оу, мазила. Сейчас, минуточку, перекину. В бороду ему. Прям в плечик. Это же маракасы. Шакалака там бам бам буру. Что-то они не работают. Ладно, короче, пойдем посмотрим план все-таки. Нужен лом. План чумовой. Сейчас я ребятам подскажу. Ребята, ищите лом. А, ладно, они же без меня не справятся. Я к вам иду. Давай. Они же, блин, веревку еще забрали. Придется... Я выпрыгнуть не могу. Капец. Ребята, веревку что забрали? Так, давай переселимся тогда... В этого пацана. О, прикольно. Руки без перчаток. Обычные. Я за решеткой. Что-то моя лупа мигает. Что ты мне хочешь сказать этим? Следы. Чьи-то следы. Есть что-нибудь еще здесь? Сейф. И пятерка. Ха. Сюда идет. Стрелочка вниз. Что-то под этой штукой. Картина какая-то фуфловая. 3, 5, 3, 3, 3, 3. Дырку смотри себе, не протри. И сюда еще идет. Так, короче, я понял, значит, давай сюда пятерку поставим. Да пятерка, говорю. Вот. Здесь тройку. И еще одна цифра должна быть где-то. Я как истинный детектив должен ее найти. Значит, я видел на стенке пальчики. Вот и пошло за картиной. Что там у нас? Семера! Счастливое число! Так, значит, здесь у нас будет не тройка, а семерка. Давай.
А вот здесь тройка получается. Я вскрыл сейф! Ёлай, там слитки золота, что? А где золото? Почему здесь унитаз и... А где золото? Я же сейф вскрыл. Ребята, я походу обосрался. Прям в прямом смысле. Сразу унял унитаз. Хм, а он хоть рабочий, интересно? Давай попробуем смыть. О, рабочий. Но только воды я не вижу. Странно, что же с ним случилось? Почему он не смывается водой? Вот это загадка. Давай закроем. А, закрыть не получится. А это что за труба? Зачем в туалете труба? Хм, еще одной загадкой. Извините, я сантехник, я пришел туалет ваш починить. Овощи, походу не прокатило. Шлепнули очкарики. Не-не-не, так не пойдет, надо возвращаться. Детектив, мы с тобой еще не закончили. Вода в кране тоже не льется. Что ж, оставим это действительно сантехником. А я... Да что ж, у меня проблемы-то с дверьми. Дайте мне выйти. Ну, ёлы-пал, да что у вас на пружины как будто посадили. Вот так вот. Двери — это прям моя боль. Па, детективная чуйка. Нужна лупа. Что тут у нас? Ага. За этой дверью что-то спрятано. Это похожее на вазу. А следы идут сюда. Значит, там, скорее всего, может быть ключ. Пойдем посмотрим. Надо же, в этот раз спокойно дверь открылась. Следы идут к камину и дальше. Кто-то подошел к камину и что-то выкинул в него. Потом... О! Сосед! Привет! Я у тебя дома. Значит, он что-то выкинул в камин и пошел потом сюда. Угу. Но здесь заперто. И как же нам туда попасть? Дверь это прям 100% заперта. И замочной скважины здесь нет. А там подвал с кучей замков, которые нужно открыть. Там камера. А здесь огромная дырень. О! И она была закрыта картиной. И для чего нам это отверстие? Ха. Пойдем к камину еще раз подойдем. Здесь есть красная лампочка, и от нее идет провод. Куда-то сюда. Ох, елки. А я думал, тут кнопка будет. Короче, этот провод ведет к той двери с фиолетовым замком. В камине куча бумаг, как будто кто-то пытался улики уничтожить. Ну, я думаю, что здесь мои полномочия. Все. Надо вызывать на подмогу друганов. Ой, блин, не тот друган. Мне нужна дерзкая девчонка с битой. Ага. Ха, снова в шкафу, как скелет соседа. Кто понял, тот понял. У меня аж бита была, да? Точно. Ну, капец тебе, сосед. Отдубасюсь, попадешься мне на глаза. Если я не засу, конечно. Вот прям вот так вот, как эту вазу отдубасю. И картины. Со стороны это выглядело, как будто я вазу пошлепал. Не получается сильно ударить. Что ж, мы находимся в спальне у соседа. Здесь есть сундучок, который так просто не открыть. О! Это же ключ! Мой первый ключ! Да еще какой! Не простой, а золотой! И мне надо туда тупать. Все, потопали туда, сейчас откроем что-нибудь. Да штормить меня в стороны, штопанные эти двери! Кто их вообще придумал в этой игре? Так. Тут везде пароли, коды. Ну, давай сюда зайдем. Ага. Вот засада камеры. О, валим, 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 бежим скорее! Уносим ноги! Вот сюда! Да долбаны двери! Да ну его нафиг этого соседа! Виртуальная реальность от соседа убегать, это просто... Я чуть в стенку сейчас в реальности не влетел. Я даже про биду совсем забыл. Но на самом деле, ты видел, какой сосед здоровый? Для него моя бита как зубочистка. Не, ну я, конечно, знатно пересрался. Еще я просрал ключ. Скорее всего, его уже сосед подобрал. Пойдем по проводам. Ой-ой, я даже не замечал, что у меня такой крутой маникюр разноцветный. Прикольно. О, детская. Линейка.
Сундучок. Но его, правда, не открыть, потому что нету ручки. Кровать. А чё она такая высокая? Это что за принцесса на горошине здесь спала? Короче, отличная прятка. Если сосед сюда зайдет, то меня не должен увидеть. Все, подрыхли, идем дальше. Шнур идет в шкаф, значит, нам сюда. Обалдеть, да, в шкафу лестницу кто-то сделал. Что ж, полезли. Уверен, она здесь неспроста. Потому что провод идет наверх. Я на чердаке. Опаньки, крестик. Это значит, что нужно что-то разбить. Давай, вдарь по-нормальному. О, другой разговор. Что там от нас спрятали такое? Ну капец. Все это было сломано ради вот этого. Огроменный люк, ведущий в спальню соседа. Нифига. Так, как-то странно он открывается. То с усилиями не можешь открыть, то без усилий как-то. Да чтоб тебя! Ага, вот. Мизинчиком, просто мизинчиком приоткрыл. Значит, ну я могу спуститься в спальню, где мы уже были, но зачем? Зачем мне туда спрыгивать? Ладно, пойдем, короче, обратно. Пойдем по проводу, который идет у нас вот сюда. Он явно нас куда-то ведет, он хочет нам что-то показать. Какая странная комната. Металлическая огромная дверь, запечатанная. Там проход есть куда-то. Там фотосессия, смотри-ка. Маники, семья манекенов с подарком сидят, у них там фотосет. Я хочу к этой счастливой семье. Пустите меня. Я хочу с ними пофоткаться. Ну что ж, нас не пустили. Будем продолжать шерстить здесь. Провод идет. Ого, коробка с колючей проволокой. И значок типа не трогай. А я потрогал. Значит, провод идет сюда. О, кнопка. Черт, ваза ее активировал. Что-то заработало, но... А, вентилятор сверху заработал. Провод к нему идет как раз таки. Берем, короче, лом. Я помню, по плану он нам нужен был. Но для чего? Я не помню, потому что не придерживаюсь планов. Здесь у нас отверстие, куда мы можем... Давай я туда лом положу. Отверстие прям вот под лом, как будто его здесь надо оставить. В общем, я здесь его оставлю. Кому-нибудь из моей команды он пригодится. О, монетка! Надо туда как-то залезть. А что-то как-то и не лезется. Вон монетка, но достать я ее не могу, к сожалению. Видимо, нужна рогатка. Эй, рейнджер! Лесной рейнджер, вызываю тебя. Нужна твоя рогатка. Руки в пластырях. Тоже маникюрчик, зеленые части. Отлично. Мы за рейнджера играем. Сразу видно. Что у нас тут? Ключница, на которой нет ключей. Дверь, которая, естественно, не отпирается. О! Вот куда нам нужен лом. Чтобы отодрать вот эти дёски. Что здесь у нас? Опаньки! Это же труба, которая из туалета идет. Точняк! Она даже работает, эта труба, слышишь? Давай туда что-нибудь скинем, например, вазу. Передам привет своему детективчику. О, блин, застряла. Капец. Я все сломал, я все испортил. Надо достать ее. Что произошло? Ну нафиг. Пускай она там, эта ваза будет. А то сейчас еще заглючусь. Ого! Не шиша себе! Труба, которая... Там поток ветра, короче, сильный, который поднимает вазу. Обалдеть! Но нафига он сдался? Видимо, что-то передавать. О, лом! Мне как раз ты нужен. Но чтобы туда попасть, нужен красный ключ от красного замка. Окно откроется, интересно? Не, не шиша, потому что доски там заколочены. Шарик! Давай его рогаткой жбахнем. Заряжай! Там как раз кляшные ключики на нем были.
Красный ключик мы сбили, и нужно его как-то достать. Но как? Это еще тот вопрос. Сам я в эту дырку не пролезу точно. Я думаю, что можно даже не стараться. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, куда бежать? Так вот, да! Блин, какой же он стрёмный в этих очках виртуальной реальности, а? В шкаф я, короче, точно бы не спрятался, потому что, ну, он меня видел. Ой, ёлки, да чтоб тебя! Опять ты! Валим! Да чтоб тебя опять застрял! Виртуальный сосед, это жестко! Надеюсь, что эта девчонка окажется более везучей. Ее не так будет ловить. Ха-ха, ключ! Вот куда его сосед притаранил со второго этажа. Можно его, конечно, сюда затолкать. Типа, видимо, так и планировалось, да? Но его сосед сюда притащил, поэтому мы сразу открываем золотой замок. Ну вот, осталось еще два. Зеленый и синий. По такому поводу можно и телек позыркать, пока соседа нету. Что там у нас по телевизору? А, я забыл, что сосед у нас смотрит белый шум в основном. Мультиков я тут не дождусь. Ладненько, пойдем разведаем обстановку. Я здесь еще одно отверстие увидел. Которое... Твою мать, он идет сюда, надо прятаться! Шкаф, быстрее! Фу, успели. Он какой-то злой. Запалил, что замок отстегнут. Все, мне хана. Мать честная, моя рука чуть меня не подставила. Эта девчонка реально везучая. Я слышу, что сосед вроде на второй этаж поднялся, поэтому можно расследовать дальше. Обосраться просто. Тут в этой виртуальной реальности реально трусов не напасешься с этим соседом. Так, куча шифров. На кухне как бы ничего интересного. По крайней мере, я ничего не вижу. О, мой дом! Ну, наш это, лагерь. Вон там вот рыжий сидит, командует нашей операцией. А мы тут жопу рвем. Сосед нас ловит. Мне вот интересно, я уже столько дверей с шифрами видел, и где эти пароли искать? Даже без понятия. Блендерь! Ой-ой-ой, какой он громкий, надо вырубить. Газовая плита. Можно было бы включить здесь газ, кинуть спичку и убежать отсюда. Но нет, так не сработает. Мусорка не открывается, заныкаться в нее не получится, если что. Мама! Меня спалили! Бежим! Срочно бежим! Да елки-палки! Хватит меня крутить, у меня голова кружится. Попробую еще раз за эту девчонку везучую. Ой, нет, верните меня обратно в шкаф. Пустите. О, блин. Это самый неприятный момент, когда он тебя ловит. Просто реально плевать хочется в этих виртуальных очках. Он тебя еще крутит в разные стороны. О. Эй, сосед. Я тебя сейчас подсвечу. Прикольно. Но ему пофиг. Ладно, последняя вылазка, и если он меня поймает, то все. Забавно, можно под стол прятаться. Я вижу сквозь стол. Это моя суперсила. Так. Суперсила такая себе, глючная немного. Пойдем посмотрим, что в холодосе. Ага, его не открыть. Обидно, я пожрать хотел. Бутер сделать. О, прихожка, я еще здесь не был. Конечно же, камера висит в углу. И лопата, которой, скорее всего, он кого-то закапывал. Лопату можно взять... А, нет, лопату нельзя взять, она как будто приклеена, да? Обидно. А можно ручку дернуть, может, дверь откроется? Не, не дает туда. Рука во что-то невидимое врезается. Дверь он, конечно, здесь знатно замуровал. Фиг пролезешь. Короче, все, возвращайся на базу. Без плана как бы здесь не обойтись. Нужно все-таки плана придерживаться. Этим мы займемся в следующей серии.